очень страшно. И боюсь я обкакаться. Я жажду адреналина, да, выплеска эмоций. Юль, не понял, ты жажда адреналина? Да. Высоко прыгали? Нет, вам, это вы говорите, что 50 метров не высоко, а наверху-то это действительно очень высоко. Это реально высоко. Это вот отсюда смотришь, не высоко. А наверху, когда ты поднялся, и потом остановился, сломался, и я еще дальше поеду, это высоко. Ну что, может, воду сюда надо еще добавить? Ну иди, иди, прыгни в воду, набери сил. Каждый фаранг должен прыгнуть с этой фигни. Воду намного круче. Потому что я боюсь, что я сейчас не соберусь, меня этот трос потянет, и я вот, ну, неправильно там, как вот, не по инструкции прыгаю. Страшно, страшно. Я начинаю отходить, он меня начинает таскать, причем, толкать назад. Когда, перед мыслью, когда ты прыгаешь, поэтому ты не думаешь, что ты забываешь, что у тебя трос, и ты думаешь, нифига, ты не думаешь о тросе, ты просто тебе куда-то нужно прыгнуть в какую-то воду. Уже начинают говорить инструкции, что вот вставай и прыгай. При этом ты подходишь к этому, стоять на краю, 50, на высоте 50 метров, тебе кажется, что ты стоишь просто... ты стоишь 10 минут, секунд 10, это вот 10 секунд очень... Самое страшное просто, это очень страшно. Я не смог с первого шага. Я тоже не смогла. Но я мало что видел, когда летел. Я ж читать не умею, куда же я лезу-то? Это крутая фигня. Все. Ooh.